Доброго времени суток, уважаемые зрители! Пришел мне очередной заказ с онлайн-гипермаркета 21 век и пришел системный блок Zelman M3 плюс RGB. Упакован в хорошую крепкую коробку, проложен пенопластом и завернут в целлофановый пакет. Сейчас все распакую и посмотрим, что внутри. В коробке мы обнаружили системный блок и руководство по пользованию. Рекомендую настоятельно изучить его, посмотреть все, как правильно устанавливается. И также здесь расписано, как подключать правильно кабеля RGB подсветки кулеров, которые у нас в комплекте системного блока. В комплект к системному блоку входит 4 кулера с RGB подсветкой, 3 на лицевой панели и 1 кулер на тыльной части корпуса. Как видим, левая стенка состоит из закаленного стекла и корпус будет прозрачным. Панель управления сверху корпуса. Здесь у нас защитные от пыли сетки. Также дополнительное охлаждение можно устанавливать сверху корпуса. Ну а теперь вскроем защитную стенку и видим, какое количество проводов, кабелей входит в состав системного блока. Провода довольно длинные и без проблем подключим материнскую плату. Также видим плату управления кулерами. Плата управляет скоростью вращения кулера и также цветом RGB подсветки. В комплект также входит большое количество всяких болтиков, саморезов и хомутов. А кого интересует более подробная характеристика системного блока, вы это можете без проблем сделать на сайте онлайн-гипермаркета 21 век. На этом видео буду заканчивать. До новых встреч!